Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам, какой замечательный подарок, как рекрутер в компании Faberlic я получила. У нас в первом, втором и третьем каталоге была акция для рекрутеров. Нужно было расширять свою структуру, выполнять условия этой акции, и за это компания Faberlic дарила всем вот такой шикарный подарок, а именно это банный халат. И вы знаете, я вчера его получила, я осталась просто в восторге. Конечно, спасибо компании, очень приятно получать такие подарки. И когда твоя работа в компании поощряется вот такими подарками, это очень-очень приятно получить в подарок такую вещь. Это просто замечательно. Шикарный халат. Я осталась им очень довольна. Сейчас я вам хочу показать, в каком красивом пакете мне он пришел. А потом покажу вам, как смотрится на мне этот халат. Вот такой пакет красивый с фирменным логотипом Faberlic. И вот здесь, девчонки, все упаковано очень красиво на zip-замочке. И внутри находится сам халат. Открываем замочек. Пакет прям плотненький. Он внутри зеркальный. И вот здесь упакован у нас красиво халатик. Конечно, просто красивый подарок. Красиво упакован. И, конечно же, я в восторге. Поэтому сегодня просто решила вам его показать. Сказать вам о том, что получить такой подарок от компании может абсолютно каждый. Для этого просто нужно трудиться и нужно просто стремиться. Например, я поставила такую цель, что я хочу получить этот халат. Мне он очень понравился на картинке. Мне очень захотелось иметь такой халат банный. Ну и вот он у меня. Ну а теперь смотрите, как этот халатик выглядит на мне. Всем еще раз огромный привет! С вами Виктория. Сейчас я хочу показать вам, как смотрится этот халатик на мне. Это подарок от компании Faberlic, который я получила как рекрутер. У нас в первом, втором и третьем каталогах была акция для рекрутеров. Нужно было выполнить необходимые условия, расширять свою структуру. И за это можно было получить в подарок вот такой замечательный халат. Очень красивый у него винный такой бордовый цвет. Внутри халат махровый, очень плотный. Плотненький, теплый, и вот снаружи ткань напоминает вот как такая бархатистая, очень приятная. Халат идет в едином размере, и вы знаете, я осталась очень довольна этим подарком. Это очень приятно, когда компания Faberlic поощряет наставников, поощряет тех, кто расширяет свою структуру вот такими замечательными подарками. Вообще вот на подарки компания Faberlic, конечно, ну вот молодцы, это очень приятно, вот такое внимание. И пылесос получите, и получите мультиповар в подарок. И до этого были замечательные подарки. Ну и вот такой шикарный халат. Он лишним никогда не будет. И после душа по утрам, по вечерам завернуться в этот халатик, попить кофейку, чайку будет просто замечательно. Я сейчас отойду, покажу вам, как смотрится на мне в полный рост. Это замечательная вещь. И халат вот здесь идет просто на запах, пуговичек нет, но он достаточно плотненький, поэтому он прекрасно держит форму и никуда ничего не сползает, смотрится просто замечательно. Здесь длинный рукав, есть два кармашка, и вот он достаточно длинный, очень теплый, очень уютный. Кто, наверное, посещает еще вот баню, да, после бани где-то вот, просто будет замечательная вещь, довольно качественная, хорошего качества. В общем, я очень довольна. И сегодня, ну, я просто не удержалась, я просто решила вам показать, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, потому что подарок действительно шикарный. Мне было его очень приятно получать, и поэтому я прям вот очень-очень довольна. Хорошая вещь, и я думаю, что она будет прекрасно служить, и всегда будут вот такие теплые, приятные вот воспоминания, и, наверное, будет, ну, еще больше, наверное, стремление развиваться в компании, и, конечно же, это очень замечательно. В общем, вот такое изделие, шикарный подарок великолепный. Ну, а теперь я всем говорю вам пока, всем до свидания, с вами была Виктория, до новых встреч на канале.